Хейл, вместе с вами Мишимки, и мы продолжаем родить игру по названию Апатион. Так, я не помню, на чем мы, конечно, остановились. На в этом минус. Найдите трезубец Посейдона. Найдите гребень Ареса. Найдите эгиду Афины. Ну, давайте. Куда мне самое ближайшее? Посейдон. Афина, Агон. Самый ближний у меня сейчас, по идее, это как раз Посейдон. Ага. Так, а как тут? Ага, игра сохранена, все. Отмычка. Ну, в принципе, я думаю, сойдет. Если меня никто не заметил. Ну, блин, в тот же момент идти на Посейдона, если знать, что Посейдон это бог моря. Ну, кто знает. А что у нас вообще... Подождите, карта. Так, агресс. Ну, слушайте, самая маленькая здесь Агон, потом убежище Афины, а потом лучше уже в море идти, мне кажется. Поэтому погнали к Аресу. Это, я считаю, самый сейчас у нас такой. Боги скоро с тобой разберутся, нарушитель. С чего они взяли, что нарушитель? Или они уже все это знают? Ну ладно. Так, в тот же момент нужно... Так, посетитель тебе... Веди себя мирно, смертно, здесь нет места кровопролитию. Кровопролитию. Гера вырастила жестокого сына от Зевса, Ареса. Вспыльчивый, неуправляемый, не питающий уважения к окружающим. Эсхил фрагмент. Короче, по идее, вот он должен быть что-то типа... Даже что-то войти в кузницу Гефеста. Зевс породил из главы Синакура Тритогению, недолимую, странную в битве ведущую рати, честь и достойную, милый ей войны грехом сраженный. В гневе великой на это посорилась Гера с супругом, не позволивши влюбившись. Объятие родила Гефеста между потомком Урана, художественную всех на искусии. Там много всего есть наверху, я забыл подрубить таймер. Ну где-то, скорее всего, минуты... Три я точно уже, да, говорю. Ага, все, нашел уклонение. А да ладно, меня что, типа так не впускают? Лол. А я что-то сразу не заметил то, что там...
Заперто. Давайте сделаем таким образом. F5. Все равно, типа... Ну, блин, мне только броню где-то теперь нужно найти. Я по-любому сюда зайду. Значит, мы сейчас идем в кузницу и кузницу взломаем. Возвращаемся, идем взломаем кузницу. Возьмем камушек. Камушек это имба. Lord Zeus sees all that we see. Ну, мне по-любому сюда идти, поэтому... Заметьте, без шума. Все хорошо. А, я дубинку кинул. Ага. Сколько за статуэтку? А чё так мало? Так, если не ошибаюсь, это у нас ловушечка. Да, палку я ломаю только так. О-о-о, тихо-тихо. Так, двоечка. Я по звукам не попадаю. Посильнее надо. Посильнее надо. Отлично. Типа от камней зависит, насколько сильно я это сломаю дело. Ну тут на самом деле ничего вообще нету. Меня... Да, нормально слышно. В принципе, и у меня... Надеюсь, не репит микрофон. Ну, в кузницу мы по-любому зайдем и проникнем, потому что мне нужно, так сказать, новое орудие. А либо хотя бы старое улучшить немножко. Ё-моё. Это что за адская печка? Но это я понял, что каждый это проход. Дверь заперта.
Если я буду с каждой статуей сражаться. Я охренею. Блин, я даже не знаю, какой щит лучше взять. Ага. Ау. Ну, слушайте, если здесь будут предлагать таспис. А я не помню, а что он дает? Мой щит. Нужно стол немножко протереть. Солнечный диск. Благословен Гелиос, это священный щит, излучает тепло солнца, дарует ауру света. Так, на самом деле мне лучше сначала наверх сгонять. Я уже понимаю, что сейчас будут трудности. Ну, не такие уж сильные на самом деле, но трудности. Хотя я могу с одной стороны убить двух зайцев. Главное попасть. Факту я могу просто пробежать. Дубинка, где моя? Так, а вот теперь F5. Ладно, не сильно я пробил себя. Шестернёшки, я не помню для чего мне. Нет, этот щит дает мне свет. Мне не нужно ходить с факелом. Такой щит мне нужно. Хоп, хоп. Отлично. Отлично. Я понимаю, что идти на меня тоже нападут. Ну, вот эти, там, которые сзади. Ой. Вот это ладно было что-то. Так, подожди. Здесь надо немного подумать. Я могу сейчас пойти по низу.
Либо пойти по верху. Открыть это. Идите сюда, забрать ключ. Сюда выполнить задание, но здесь большая территория. Туда-сюда, наверх и туда. Ну, в принципе, я думаю, мы решились. Раз. Два. А, так тут дубинок. Тут дубинок. Ух ты ж. Так, я сказал наверх. Да, мы идем. Окей. Дубинок у нас много. Ладно, не ст... Но щит ломается быстро. Щит ломается быстро. Да ладно. F5. Ау. Это было плохо. Мне пробили ХП. F5. Вот это было плохо. Мой щит скоро сломается. Пока что диск солнца здесь оставлю. Так, ножи. Дубинка. Ладно. Могу пожить. Когда Гера отвергла родившегося у нее Гефеса, то он по злопамятности послал ей в подарок золотой трон, имеющий невидимые оковы. Когда она села на него, она оказалась связанной. Гефес же не хотел слушать никогда, так, никого из богов. Пока Дионис, которому Гефес питал особое доверие, напоив его пьяным, не привел его на небо. Я не понял, ну ладно. Вот это, я думаю, нужно сейчас сразу взорвать. Хотя мы можем сделать немножечко иначе. Расскажу как. Берем оружие. Мы сейчас берем ключ. Так, ключ от шахты. Добавлен в инвентарь. По велению Гефеста я обнаружил богатую жилу на одном из южных островов. Я запер ее, чтобы в нее не смогли попасть пираты. И немедленно отправлю команду шахтеров. Но, учитывая ярость Посейдона, неизвестно, сколько еще остров станет. Да это надо водой.
Ладно, он не напал. Минимально странно то, что он не ожил. И нужно немного будет, наверное, дубинки прокачать и все в таком плане. Но знаете, вот они еще не встают, потому что мне сюда идти, блин. Их фиг знает. У нас все равно эта серия уйдет чисто на... Сколько их тут? Ух. Ух ты ж, ё-моё. И что стрелы, то необычные, я вам скажу. Это какие гидры, блядь. А клыки гидры это ого-го какие. Так, здесь у меня будет только двое, да? В пять. Минус один. Ау. Минус второй. Так, дальше, что мы делаем? Я не помню, как готовить зелье. И все в таком плане. На С, кажется. Да, на С. Мне нужен эфир невидимости. Так, где делать невидимость для невидимых вас обычных врагов? Для обычных, замечу. Так, огонь нам не нужен. Ну и взрывчатка пускай будет. А для чего на шестерни? В принципе, только для этого нужно шестерни. Пускай пока я их возьму, сделаю. Если вдруг мне еще что-то пригодится... Так, там все активировал, активировал. Палки мне сейчас капец придет. Мы отмычки используем. Ага. Так, это плохо. Ладно, я использую булаву. Использую булаву. Не, ну это максимально херово. Это когда, знаете, с двумя дерешься и сразу двое съезжают. Мне только пробивает броню, то есть мою хп вообще не трогает. Мне дали эту дубинку? Да, дали. Идемте обратно, как мы сюда пришли. Значит, побольше будет. Так, стоп.
Ну не зря, в принципе, я делал взрывчатку, поэтому. Так, это на какую там, на R? На E? А, на использовать. Так, а там тоже что-то мигает. А пацаны, вот эти переключения. А, так он меня по прямой ударил. Нихера себе. Нихера себе. Ого. Гуляй, парень. Как будто я дам себя атаковать. Ха, умный. Так, идем сразу дубинкой, забираем свой этот. Отправляемся в город. В городе мы с вами покупаем наш старый щит. Так, пока что. Воспользуемся этим щитом, я думаю. И щитом, и дубинкой. Опа, тихо. Меч не для этого. Хотя у меня до хера очень хороших предметов, которые я даже не использую. И по факту. Но я все равно схожу за и палкой новой, и за щитом своим. Да, только щиту, конечно, гг. Его добавлю на превьюшку. Гефис. Да, да, заходим. О, прости за беспорядок. Надо сказать Кураю немного здесь прибраться. Да? Ступай и возьми все, что нужно. Важно не работа сама себе. Нет, нет. Главное процесс. Во время него разгораются искры. Хитрость Гефеста. Это тяжелые адамантовые инструменты содержат силу ремесла и промышленности. Благодаря им даже мельчайший мусор можно превратить в шедевр искусства. Предметы брони восстанавливают на 50 больше брони. Нифига себе. То есть у меня будет теперь больше брони. Я правильно понимаю? Это хорошо. F5. Anyway, мне нужно будет сгонять на черный рынок. Посмотреть, что продается на черном рынке. Интересно, здесь на меня может кто-то напасть?
А, единственное, что мог сделать. Легкий чит. Не, легкий чит не нужно. Я сейчас пойду все-таки на черный рынок. Мне нужно этот чит сделать. Но зато я щит себе замутил. Да, тут больше ничего нету. Так, наверху есть два ящика. Я вам так скажу. А, ну наверх. И не проникнуть никак. Но там ворота есть. Но тут врата есть. И тут подъемчик есть. Муза. Гермеса восславим Рождество Майеи от Зевса. Благословный вестник богов. Над Аркадием многовечной. И над купленную царством он. Родила его Майя, нимфа. Достойно чести великой в любви сочетаешь. С Зевсом Кранионом, сонно блажденный богов избегая, в густенной пещере жила пышка нимфа, там-то на ложе входил к ней Кранион глубокой ночью. Порой как сон многосладкий владелец белогонный герой, в тайне ровно от богов и людей заключил был союз их. Ненавижу задумчивые эти. Премудрости. Единственное, что я сейчас скажу, это берем булыжник, сохраняемся. Keep the peace, mortal. This is no place for bloodshed. We're watching you, trespasser. Записки Гермеса добавлены в инвентарь. Повелитель Гермес, посланник Олимпа, явно в плохом здравии. Пожалуйста, приостановите все исходящиеся депеши до дальнейшего уведомления. Запросы и жалобы направляйте эпистату Кастору в Акрополь Олимпа. Да ладно, это что, столько мне этих нужно? Бля. Тут не все так просто, оказывается. Вы поняли, да? А я нет. А и видите, чтобы сюда зайти, мне нужен этот ключик. Которого, конечно, у меня нету. Войти в дом. Войти в дом. Так, а здесь же тоже, да, что-то было? Можем сделать вот что сейчас. Я пробегусь. Где-то черный рынок. Вопрос. Вон, походу, черный рынок. Го в него я забегу.
Нам нужно с вами купить мне новые предметы. Я тут уже все охраковал. Походу не все. Отмычка тут есть. Продавец брони. Anarchy and chaos. Давай, что у тебя есть? Мне нужен солнечный диск, да? Мне по-любому нужен. Чё, мне так монет мало? Херово. Что у тебя есть на прокачку? Только лук. Ладно. Булава. Короче, все 300 с чем-то. Если у меня деньги найдутся, я себе лучше дубинку прокачаю. Потому что в основном мы используем это дубинки. Так, ну я могу, в принципе, закончить. В следующей серии мы поплутаем до конца места, что тут осталось у нас. И, в принципе, пойдем уже защищать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.